Анатолий Эдуардович, здравствуйте. Сегодня мы находимся в, пожалуй, не побоюсь этого слова, одном из уникальнейших инновационных мест на площадке вашего USKY-центра, который находится на территории научно-исследовательского технологического парка в Шардже. Полгода назад здесь прошла презентация первого этапа реализации проекта нового городского транспорта, где вы показали высокопоставленным гостям, международным СМИ не только комплекс в тропическом исполнении, но и основную необходимую для него инфраструктуру. Мероприятие, конечно, вызвало большой интерес у общественности. Тогда же вы анонсировали дальнейшие этапы строительства комплекса. Как сейчас обстоят дела и что сделано за это время? Как продвигаются работы? Конечно, мы не останавливаемся в своей работе ни на минуту и продолжаем реализацию проекта инновационного городского транспорта нового типа, нового поколения в Шардже. Но вы правильно отметили, что около года назад мы начали опытную эксплуатацию тестовой трассы номер один, в станции этой трассы мы находимся, с гибким рельсо-струнным путепроводом длиной около 500 метров. Ну, здесь три пролета, 100 метров, 200 метров, 100 метров, еще где-то по 50 метров ненапряженные участки, поэтому общая длина трассы где-то 500 метров. Необходимо отметить, что наш комплекс включает в себя не только, собственно, грузовой и пассажирский подвижной состав нового инновационного типа, как обычно это понимают. Транспорт – это значит подвижной состав. Нет. Сюда входит и вся необходимая инновационная инфраструктура второго уровня. Это станция технического обслуживания подвижного состава, это пассажирская станция, это рельсо-струнно-путевая структура, система гидроснабжения и связи, инженерные сети и другие элементы. За это время нам удалось именно в полевых условиях, вот на этой жаре, основываясь на реальных факторах, провести испытания и опытно-промышленную оптимизацию всех основных процессов, элементов, узлов, техпроцессов, отработать правила эксплуатации системы автоматического управления, решить вопросы технического обслуживания станций. У нас есть еще рельсо-струнная эстакада, есть система автоматического управления, инженерных сетей их очень много, благоустройство, ну и другие структурные элементы. Следующим важным этапом стала сертификация транспортно-инфраструктурного комплекса USKY в тропическом дизайне. Ну, имеется в виду, дизайн – это не просто картинки, это техническое решение, это промышленное решение со всеми основными конструктивными элементами в соответствии с международными стандартами в Объединенных Арабских Эмиратах, которые мы успешно прошли в 2021 году. Ну, а стандарты, требования в Эмиратах, они соответствуют мировым, это естественно. Все эти предшествующие работы позволили нам определить оптимальное транспортное инфраструктурное решение. В настоящее время на территории центра USKY строятся еще две тестовые линии. Вот я на первой пассажирской станции нахожусь. Она небольшая, потому что это тестовая станция, и здесь маленький пассажиропоток. Кстати, вот сертификат соответствия, где показана сертификация нашего комплекса. Именно как комплекса, где, вон, видите, сколько составляющих. И технологии, и узлы, элементы, и станции, и опоры, все это вошло в комплекс и в сертификацию. Ну, сейчас мы поедем на Юникаре в тропическом исполнении. Мы его сделали в VIP-исполнении, потому что первым пассажиром планировался шейх, его высочество, который руководит Шарджой. А фактически мы переработали городской шестиместный Юникар в обычном исполнении на четырехместный в тропическом. Все, мы внутри тропического Юникара. Как я сказал, он уже четырехместный. То есть два кресла сделаны и два еще сиденья для сопровождающих лиц. Поэтому здесь усилено кондиционирование и усилена батарея. Накопитель энергии, потому что на охлаждение, на кондиционирование надо в 3 раза больше энергии, чем на движение. Вот мы сейчас разгоняемся, 18 км, 20, 25. Здесь скорость небольшая, потому что трасса короткая, тем более она с седлами.
Целоспроектированы на скорость 60 км в час, и поэтому мы проходим на меньшей скорости. И когда городские трассы будут, то и станции близко, то все равно скорость более высокой не будет. И для городских линий, где станции находятся близко друг от друга, то вот трасса идеальна, потому что она очень дешевая. Здесь путевая структура, ну, весит всего лишь, если взять двухпутную трассу, 50 килограмм на погонный метр. Это взять железнодорожный рельс, с него можно построить, допустим, С-65. Такой же длины нашу струнную дорогу, провисающая типа. Поэтому это действительно уникальная система, и когда сертифицировали тоже, сертифицирующий орган удивлялся тем параметрам, которые мы достигли. И по эффективности, и по ресурсоемкости у нас минимальный расход материалов, по надежности, по долговечности, по воздействию вот всего диапазона температур, здесь и тропики, и на солнце конструкция может нагреваться до 70-80 градусов по Цельсию. И вот то, что мы уже около года эксплуатируем фактически, потому что это уже даже не тестовая эксплуатация, а, можно сказать, коммерческая. Мы только не берем там за билеты деньги, а вообще это достаточно много людей катаем, показываем. Кто ездит, допустим, на канатных дорогах, ну, это небо и земля, между тем, что у нас и на канатных дорогах. Там неустойчиво, там же канат, он колеблется, ветер сразу тоже начинает колебаться, скорость там вообще... Даже если там 25 в час, это достаточно высокая скорость. Вообще предельно для канатных дорог 40. Если взять рынок городских перевозок, то вот это решение, которое мы сейчас уже эксплуатируем около года, которое сертифицировано, это идеальное решение. Ну, здесь еще одна машина стоит, это грузовая для перевозки контейнеров. Тут вообще уникальный случай был. Мы-то планировали трассу под пассажирские перевозки. При этом, естественно, Юникар имеет определенный вес, определенную массу. И именно на эту массу рассчитана путевая структура. Но у нее есть запасы прочности, трехкратные, даже пятикратные. И поэтому, когда Юникар весит где-то 4 тонны. И когда стал вопрос, а как посмотреть грузовую, трассу грузовое решение, то я решил сделать тогда наш контейнер небольшого размера. То есть это может быть наш стандарт, в который, кстати, ну все, что войдет, для, что нужно для перевозки. Вот этот размер, это же больше, чем чемодан, в котором мы там путешествуем, допустим, или, там, или багажник автомобиля, где мы тоже перевозим всякие вещи. Да? И поэтому мы сделали небольшой вот контейнер, грузоподъемностью до 5 тонн. И уже демонстрируем две машины. Он тоже в тропическом исполнении. Пассажирское и грузовое решение. При этом мы эксплуатируем их одновременно на линии. То есть линия показывает, что у нее достаточно большой запас прочности, потому что нагрузка на нее сейчас у нас фактически увеличилась больше, чем в 2 раза. Но она эксплуатируется в нормальном штатном режиме. И себестоимость перевозок от грузовых у нас очень низкая. Это где-то в пределах доллара за 100 тонн на километр или цент за тонн на километр. То есть мы можем тонну груза перевести на 100 километров за доллар. Поэтому рынок тоже грузовых перевозок для нашей системы U-Sky, он огромный. Это все страны мира, это вся планета. Управление здесь фактически старт, остановка. Движение все осуществляется в автоматическом режиме. И вот у нас тут оператор находится, ну, который эти вот команды выполняет. Ну, принимает решение, когда начинает движение, когда останавливается. То есть здесь идет фактически не управление, а контроль за управлением, потому что управляет все автоматическая система управления, которую мы спроектировали. Причем мы спроектировали в логике управлять комплексом, а не одной машиной, потому что на трассе может быть сотни, тысячи, а на сети дорог и миллионы машин, которые будут двигаться с разной скоростью, находиться в разных местах. Какие-то из них будут на станции, какие-то будут в пути.
там же будут и грузовые перевозки, да. И вот это вот все должно обслуживаться, естественно, с диспетчерских пунктов, где люди должны контролировать, операторы, как это все функционирует, но все будет работать в автоматическом режиме. И только в случае каких-то форс-мажорных обстоятельств, какие-то ЧП и так далее, человек включается и принимает решение, чтобы этого избежать. И это тоже наша большая заслуга, потому что, впервые разработали вот автоматическую систему управления для комплекса. А до этого обычно есть система управления машины, допустим, вот, электромобиль Tesla. Там и то она еще не доведет до конца. Система управления управляет только одной машиной. Он не управляет соседними машинами, следующими машинами, не управляет там гаражами, заправками, дорогой, перекрестками, там, переездами и так далее, что происходит у нас. И достаточно решения простые, видите, диспетчерская тоже у нас небольшая, но она может обслуживать весь комплекс, все комплексы, которые мы здесь строим в Шарже. Все трассы, все станции, все машины. Расскажите подробнее о других объектах, находящихся на этапе строительства. Если взять линию 2, она вот здесь вот идет, то завершен монтаж 46 промежуточных опор, они арочного типа, и строительные работы на первой анкерной опоре. Заложен фундамент и нижний уровень бетонных стен на второй анкерной опоре. Ведутся иные строительные и инженерные работы. Окончание этих работ запланировано на осень 2022 года. Если взять линию 4, то мы стоим вот фактически под ней. Здесь также завершен монтаж 8 промежуточных опор, они видны. Строительные работы, инженерные сети на обеих анкерных опорах, вот на этой и дальней. Началась подготовка к монтажу струнно-рельсовой путевой структуры. Мы видим здесь леса, потому что здесь монтаж будет идти и над дорогой асфальтной, и поэтому, естественно, мы должны монтировать так, чтобы не мешать движению. Завершаются монтажные работы первого этапа. Это сборка анкерных узлов на анкерных опорах. Ведутся подготовительные работы по подключению источника питания. И окончание всех работ мы также запланировали на осень 2022 года. Ну и к тому же мы планируем в этом году, уже в конце года, ввести эту линию в эксплуатацию. И одновременно с этим на нашем производстве в Минске, в Белоруссии, разработана и изготовлена новая модель городской пассажирской модели, это U-POD. Эта машина вместимостью 25 пассажиров, она именно будет здесь эксплуатироваться, на этой линии, которая будет развивать скорость до 150 км в час. И линия позволит развить такую скорость. И таким образом, в целом можно сказать, что все работы, которые мы планировали, движутся по графику, несмотря на все трудности и проблемы, с которыми нам приходится сталкиваться сейчас ввиду особой геополитической ситуации в мире. Вы рассказали о новой модели городского транспорта, над которой работала ваша белорусская команда. Какие еще работы ведутся сейчас в вашем головном офисе в Минске? В Минске, в первую очередь, сейчас идет активная работа в рамках коммерческих проектов, находящиеся на разной стадии реализации. Их много. И необходимо при этом учитывать, что цикл проекта всегда занимает определенное время, иногда годы. Мы готовим первичное коммерческое предложение, затем в случае подтверждения интереса заказчика выходим на технико-экономическом основании и только потом приступаем к проектным работам. Это достаточно продолжительный этап. Порой от первого знакомства с клиентом до контракта на проектирование проходит несколько лет. Поэтому параллельно в работе находятся десятки направлений с различным прогрессом. И в качестве примера могу привести, например, наше соглашение с Министерством транспорта Дубая. Мы заключили с РТА соглашение больше 2 лет назад о партнерстве, сотрудничестве, о том, что им нужны наши струнные дороги. И вы знаете, вот до сих пор они даже еще не объявили тендер. Настолько длительно подготовка идет к этому, потому что нам нельзя отдавать проект, надо, чтобы был конкурс. И вначале, это еще до тендера,
Там было где-то около 30 претендентов с разных стран мира. И РТА наняли экспертов, чтобы они оценили эти технологии. Те поехали по всему миру, посмотрели, что есть, что предлагается. И сейчас осталось только 5 предложений. И могу отметить, что мы в числе лидеров. Потому что наше вот решение, оно самое оптимальное для Дубая. Ну, все покажет конкурс, который, я надеюсь, в этом году будет объявлен. Так видите, даже вот до тендера 3 года. Кроме коммерческих проектов и связанной с ними деятельностью в Минске и в экотехнопарке, мы постоянно работаем над усовершенствованием технологий. Так, например, разработан и совершенствуется принципиально новый концепт высокоскоростного транспортного средства, отличающийся от Uniflash и превосходящего по всем основным характеристикам, в том числе по коэффициенту аэродинамического сопротивления. Там мы аэродинамику улучшили, и поэтому нужен менее мощный двигатель, чтобы получить расчетные скорости. Мы улучшили комфорт внутри, и вот в вариантах высокоскоростного транспортного средства для поездок на дальние расстояния, там мы уже поставим санузел, там будет туалет, умывальник. И произведена унификация в части составности из 2 одинаковых модулей, когда мы одинаковые модули составляем уже в мини-поезд. Проработана возможность установки еще между ними дополнительной секции, дополнительного модуля. И тогда эта фактически машина превращается уже в такой небольшой поезд, вместимостью 25, 30, 40 пассажиров. Мы разрабатываем новые образцы подвижного состава, потенциал которого по всем системам соответствует требованиям, которые предъявляются в экстремальных ситуациях. Разработка выполнена с полным соблюдением мировых стандартов по качеству разработки, в том числе с использованием опыта таких стран, как США и ряда европейских стран, ну, естественно, России и Беларуси. Также ведутся работы по модернизации ходовой части подвижного состава, по строительству 7-й линии в экотехнопарке протяженностью около 800 метров. Ну, это в Мариной горке. Она фактически продублирует линию, которую мы вот из-за нее я давал интервью. Это 4-я линия. Поэтому там фактически дубль. Только для северных условий, а здесь тропическим исполнением. И в продолжении научно-исследовательской темы. Недавно прозвучала новость, что Юницкий String Technologies получила статус научной организации от Национальной академии наук Беларуси. Поздравляю вас с этим событием. Спасибо. Полученный статус – это подтверждение компетентности и значимости научной деятельности нашей главной инженерной компании Юницкий String Technologies. К нему мы шли очень долго и планомерно. Это и годы кропотливого труда, и активная научная деятельность компании, и учет в работе многочисленных нюансов законодательства. Все это стало возможным благодаря идеям ежедневной кропотливой работе и профессионализму сотрудников нашей организации, где, ну тут даже можно сказать, группы компаний, которые я создал, где около 1000 инженеров работает. К слову, Юницкий String Technologies стала 9-й частной компанией в Беларуси, ну, за всю историю Беларуси, это не так уж, то есть их немного таких организаций, и которые имеют вот такой почетный статус. Сегодня у нас работает 11 кандидатов наук, 5 сотрудников имеют ученого звания доцента, более 10 работников занимаются преподавательской деятельностью в различных вузах Беларуси. Только за последние 5 лет сотрудниками компании выполнены более 40 научных работ. Вот уже 2-й год подряд одно из приоритетных направлений для UST – это выполнение НИОК с государственной регистрацией. На 2021 году зарегистрировано 5 таких работ. То есть это не каждый научно-исследовательский институт имеет такое количество НИОК. 2 из которых завершены в установленном порядке, по 3 продолжается реализация. При содействии компании проведены 3 международные научно-технические конференции.
Сотрудниками опубликовано более 100 научных статей и 5 книжных изданий, имеется в виду научных монографий. В ноябре 2020 года аккредитован собственный испытательный центр, которыми полным ходом идут сейчас испытания. В 2021 году утверждена концепция развития научно-инновационной деятельности до 2025 года. Уже состоялись 5 заседаний научно-технического совета, который был создан в нашей компании в прошлом году. За последние 5 лет получено 95 охранных документов на объекты права промышленной собственности. 2/3 из них за пределами Беларуси. Это получено, а подано не менее 100 заявок. Они сейчас на рассмотрении. С 2019 по 2021 год были зарегистрированы 20 евразийских патентов на изобретение. А в 2020 году впервые получен европейский патент, а в 2021 два китайских. Global Star Club. Возможности безграничны.